Англичане продают угловой с места левого крайнего. Парнс прыгает. Чанов. И Биланов упускает возможность увеличить счет. Если бы удалось ему удар, хороший вообще фон Таракаса. Посмотрите, прекрасный пас Даски. Хорошо прошел английский футболист, приближается к штрафной площади. Техники. Контратака сборной ЦЕП. Протасов рвется к мячу. Ну, надо прострелить. Ну, если бы ему удался пас, попасть, конечно, в дальний угол было невероятно трудно. Зрители приветствуют этот прекрасный рывок нашего. Не игры нет. Биланов, добивай, ну что же ты так торопишься, Игорь. Наиболее интересный фрагмент, где все жалобы по матчу. Контратака, скорость, сэр, надо добивать. Ура, ура, нет. Идет история встреч разных сборных команд. И англичане сравнивают счет. Ну, приводятся результаты матча между сборными Англии и Советского Союза. Таких было 6 встреч, 15-9 в пользу Англии, 4 победы, 3 ничьи, 2 поражения наших. И вот наши защитники. Бобби Робсон на ваш экран. Литовченко бьет сильно. Удар сильный. Воплот одобрения на трибунах, аплодисменты. Барнс. Ну что, будем считать, конечно. Здорово сыграл Барнс. Прекрасный пас с датскими защитниками. Не дотягивается до мяча. Достает. Удар поворотом, гол Михаличенко, молодец. А какая атака, а? Для футбольного учебника. 2-1. Браво, браво. Просто был прекрасный. Ну, просто прекрасный. Посмотрите, точный пас налево. Раз. Передает Михаличенко. Ювелирный пас, площадь ворот. Тут обязательно отскакивает. В случае, когда открывается наша зона левого защитника. Хорошо сыграл Товаров тоже. Сборный. А ну тут один из фанатиков уже решил, что матч его меньше всего интересует. 4 игрока нашей команды в штрафной площади. Подача. Товаров бьет издали. Мяч летит мимо. Ранее первого тайма. Скамеечка запасных. Сборной СССР. И вот так скажу, что очень жарко и тяжело играть. Обратите внимание, многие... Листок арбитра. Итак, первый тайм. Наша команда выиграла. У англичан 2-1 перерыв.
будет вести за пределами. Достаев выходит из ворот. Футболистам Англии просто не повезло. Они в программе к матчу. А Линнекер небольшая оценка на чемпионате, он имел очень много возможностей для взятия ворот, особенно с командой Ирландии, да и с голландцами, но тем не менее мяч прямо в ворота не шел. Вот опасный момент. Ну хорошо, молодец Персонов. В трудной ситуации сумел перебросить мяч через ворота, и правда раздался потом уже свисток арбитра. Но тот не сдается, преследует его. Отхватывает мяч. И Токсика сильный удар. Ты молодец такой, а? Смотрите еще раз. По штрафной опасный момент. Кузнецов отправляет мяч. А у нас угловой подача. Чудесный Кузнецов. Наш агент печальный мяч приходит к Протасову. Два против одного. Наши выходят. Удар. Ирландцы побывали у штрафной площади, команды Голландии нарушили правила. А здесь Датаев в игре. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, ворота 3-1. Такая затяжная, затяжная контратака, которая вроде бы не должна была. Но вот там так борьба. Тарами набрасывает мяч в штрафную площадь. Вне игры, вне игры. Круто. Я думаю, что судья Коля обязан был раньше дать свисток, а не ждать, когда поднимет флажок арбитр. Тем более он был во втором несколько хуже. Вот сейчас удар по воротам. Достая парирует мяч над головой. Рикошет, прилетевший в угол. Успел среагировать отлично, настал кипер. Ну, в центре обороны, конечно, Ну что ж, друзья, поправили нашу команду. Прекрасный гол в первом тайме. Все-таки впереди второго, здесь мы выиграли 3-1. Заслуженно и вышли в полуфинал. 22 числа встретятся с командой Италии в Штутгарте. В Гамбурге будет играть, скорее всего, все-таки сборная ФРГ и Голландии. Хотя там матч еще не закончился. Я передаю слово Владимиру Филипповичу. Так? Не надо передавать? Ну хорошо, не передаю. Заканчиваем на этом. Я уже спрашиваю своих коллег.